Ребят, сейчас вторая часть предложения «Собираем подарок мастере». Я уже нашла такие две классные масочки, и теперь выбираю резиночку. Короче, ребят, в магазине я так и не нашла какой-нибудь нужной вещицы, какую-то нужную резиночку. Поэтому в итоге, что мы имеем? Вот такие две масочки. Вот, и еще вместо этого я купила онлайн, но я забыла его заснять, как покупала. Вот, поэтому вот так вот. Сейчас все заполню туда. Так, первое мы ложим вот такую вот масочку. Потом вторую масочку. Так вот, в принципе. А вот это вот мы все упакуем. Я сейчас упакую это все. Вот, и покажу вам. Я написала, что это для чая, и мы тоже это добавим сюда. Вот. А теперь это очень красиво нужно прям разложить. Сейчас сделаю и покажу вам. Короче, ребят, вот так вот разложила, а масочки на дне, как самый большой сюрприз, потому что нужно сначала маленький, типа, распаковать, вот, и потом вот так. Короче, еще я хочу купить или какую-то резиночку, или, ну, обруч, вообще я обруч хотела потом, потому что там был красивый, ой, простите. Вот, еще, короче, я сделала надпись, вот такую вот. Вот, короче, типа сердечко, и написано, типа, от кого и кому. Вот, ребят, ну на этом все, и скоро выйдет третья часть, надеюсь, вы ее ждете. И, пожалуйста, лайкайте, потому что у меня есть 6 просмотров, вот, пока есть. Вот, но я надеюсь, что вам понравится эта рубрика, и вот. Поэтому, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь на мой канал, и если нас будет очень много, то я еще буду создам канал в Телеграме. Поэтому я вас всех люблю. И всем пока-пока.